Здорово, друзья, здорово! Как у вас дела? У вас утро раннее. Утро раннее. А у меня уже день. Ответ на вопросы я, кстати, выставил на своем прекрасном, очень крутом канале. Ютубовском. Кто смотрел? Посмотрел, кто не смотрел. Удачной тренировки, Алексей. Надеюсь, что она пройдет чуть лучше, чем прошлое. Наверное. Не знаю, как прошло прошлое. Здорово, здорово, Никитос. Как у вас там? Хреновая погода. У меня все отлично. У меня все отлично. Сегодня гонял на велике. Где, кстати, велик-то? А вон валяется. Помаду для похудения? Да, я помню вроде. В какой-то бренд. Фиберлик, что ли? Или что-то такая хрень какая-то. Ой, что у вас хорошего, интересного? И опять на фоне двери. Здесь просто такой свет нормальный. Вот так вот. На фоне компа. Вторая часть будет завтра. Ответ на вопрос. Надо на ночь ее поставить загружать. Чтоб она к утречку загрузилась. Минуточек на 25, наверное. Та-та-ра-тан-тан-тан. Вакуум я не делаю. Мне лень. Я лентяй. Мне все падло. Но вообще вот мой вид из окна. Это мои шмотки тут. Вот они, птицы там. Сволочи. Вопят что-то. Так, как назад-то перерубить-то? Ну давай-то уже, работай, перископ. О, заработал. Ну что у вас там? Меня? Да у меня не каникулы, у меня просто жизнь. Жизнь тайская, неторопливая. Сижу, монтирую видосы, пишу программки. Сгонял с утра на пляж сегодня на велике. Искупался. Поехал назад. Десяточку километров намотал. Жира стал чуть меньшим. Приехал домой, покушал. Я уже забыл даже, что покушал. А, что-то рис какого-то там. Какого-то курицы купил по дороге. Жирный. Вот. Кто-то жарил там ее на этом самом. На огне. Шашлычочки. А вот. Все хочу купить мангал, чтобы выходить во двор и курицу жарить. Блин, всем так интересен жир мой. Вот жир. Вот он. Вот он здоровый. Здоровый собака. Вырос у меня уже этот жир. Вот так могу даже подальше чуть сделать. Подзаплыл, Серег, подзаплыл. Меня? Да, у меня здесь есть товарищи, знакомые уже. Нет времени у меня особо-то на общаться. Так что я работаю тут пока. Всякие бложики снимать. Скоро надо визу продлевать, будет 2 дня. Надо съездить еще посмотреть. Где купить фанеру с резиной для тайских каникул, для помоста тяжелоатлетов. Дим попросил Клоков меня поглядеть. Гош пока что-то, не знаю, гасится там во Вьетнаме, походу, он не знаю, в чем у него там. Все хорошо, наверное. Может, у него там деп какой-нибудь. Вот такие... Такие, друзья, дела. Программки я продаю ВКонтакте. Программки и схемы питания. На это-то и живем, в принципе. Что можем позволить себе купить кокос и снять дом на пару месяцев. Потом не знаю, что буду. Может, еще останусь в Таиланде. Но, наверное, максимум это получится...
Три месяца тут, 3,5, наверное. Потом по-любому надо сваливать, сваливать, сваливать. Сваливать, сваливать, сваливать. По дому, да, особо-то не скучаю. Че там скучать по дому? Дом холодно сейчас. А я приеду, а там будет уже так тепло. Тепло и красота будет. Виз надо будет сделать туристическую, съездить в какую-нибудь страну азиатскую. Это стоит 8 тысяч рублей. 2 дня из жизни моей уйдет. Несколько часов надо будет ехать на микроавтобусе. Там меня высадят в отель и назад. Да я ни тайского, ни английского, никакого языка не знаю. Я общаюсь методом улыбок и манипуляции с руками. Говорю по-русски, говорю. Со всеми общаюсь тут по-русски. Всем говорю, ну что ты не понимаешь, что ли? И говорю, ну вот мне надо вот это. Сколько стоит? Когда мне говорят, сколько стоит, там, центик каких-нибудь бат, я даю просто больше, чтобы мне дали сдачу. Вот и все. Дом? Я уж показывал свой дом. Чем в нем ничего интересного? Вот. Это моя кухня. Там 2 спальни еще. Вот там. Вот, в принципе, это и вся история. Чуть мало народу, походу, все дрыхнут. Надо вечерком выходить. Обычно, блин, по 500 человек было. Тут какой-то тухляк. Вы не забудьте лайков не поставить. Ну-ка, посжигайте калорию, потыкайте пальчиком. Потыкайте, потыкайте. Давайте больше тыкайте пальцем. Сжигайте, сжигайте. Каждый тычок пальцем, это, блин, 1/100 калории. 1/10, наверное. Так что, сколько вы нажгете там, блин. Представляете, вы сразу похудеете. А у меня будет больше лайков. Ну ладно, что, друзья, тогда? Я пойду, что, писать программу. Надо написать все-таки уже, а не лениться. Несколько. Ну и все. Вот вам банка напоследок. Давай, Серега, выдавливай ее, выдавливай. И всем пока.